Обосранное все курами. Вайски. Здесь живут куры. Какают, писают. Ой, 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 как места мало. Оп. А здесь никого нет. Ну, привет, привет, корова. Ты, фу, нос такой у тебя мокрый. Фу, такой мокрый нос. Иди сюда. Только не жуй мои руки, понятно? Не жуй мои руки. Чё, воняет духами, да? Не хочешь ты со мной, да, здороваться? Фу, скажи, какашка городская. Воняет, скажи, от тебя духами всякими. Красотка. Умчи какая, умчи какая. О, ни хрена у тебя дырки в носу. Ой, а тут еще кто-то есть. Это бычок. А, это тёлочка наша. Привет. Чё, вас не выпускают? Холодно на улице. Это колотушки тут тусуются. Привет, курёхи. Обосрали все. Бесстыдницы. Не стыдно вам? А? Ну, какая-то хромоножка. Свой жизненный путь я начала в далеком 85-м году. Более ранних фотографий у меня нет. Ну, на этой фотографии мне 9 месяцев. Это мы с мамой. Здесь мы отдыхаем на Красной Поляне. Папа, мама, маме где-то 33, папе 36 лет, совсем молодые. Жалко, что на этой фотографии не все живы. Это мы с сестрой. А эта фотография сделана примерно через 30 с лишним лет на том же самом месте. Проходит время, меняются поколения. И вот уже наши дети здесь гуляют. Когда-то мы были маленькими и гуляли здесь тоже. Молодой папа, надул губы, такой серьезный парень, прям не узнать. Это мама, это она, когда училась в училище. Такие прически у них были зачетные. Это я в садике. Примерная девочка с кудряшками, милый взгляд. Платьишки. Да, в то время я еще носила платьишки. Это опять в детском саду. Это уже школа, третий класс. Выпускной. Не люблю я эту фотографию. Какая-то я тут не такая. Какие-то рыжие волосы, странного цвета глаза. Жуть. Это выпускной. Это Танюха. Это Аленка. Алене здесь было, я даже не знаю, 16, 17, 18 лет. Это я в медучилище. Дурацкая фотка. Это я дома в деревне. Молодая беззаботная дамочка. Танюша с Ириной. Это я на нашей речке. Это первая моя любовь. Настоящая, искренняя. Чистая. На этой фотографии Аленин юбилей. Здесь ей было 30 лет, а мне 18. И на тот момент мне казалось, 30 лет — это глубокая старость. Это Ваня уже родился. Это мы с Ириной. Вот это вообще дурацкая фотография. Господи. Это Таня.
Мы переоделись в бабушек, напялили какие-то там огромные вещи, сделали сиськи, жопки и прикалывались. Это я еще до замужества. Это мой бывший будущий муж. То есть будущий бывший муж. Или как? Короче, неважно. Вот. Это я на 7-м месяце беременности. И не понимаю, зачем я красила голубыми тенями глаза. Это так ужасно. Это Диана родилась уже. Малолетка, красопетка. Это они с Ваньком сидят. Ты что, любопытная барышня была? Везде всегда сувалась. Ой. Видео сегодня получится немного длинное, но, скорее всего, и этот видеоролик я сделала лично для себя, потому что здесь я собрала все свои фотографии, сохранившиеся, и видео, и хотелось бы, чтобы на просторах YouTube уж он, наверное, точно бы не потерялся, а то в жизни всякое бывает. Ну, здесь вот Диана, она всегда любила, чтоб модничать, переодеваться, одеваться. И потом мы с ней фоткались. Вчера, говорит, еще 5 сетей поставил, где это было вечером. Получается, 4. Ресницы красят только тети, у которых ресницы маленькие. Ну, все красят дети. Я кашу, кашу убрали, и все. Ты меня красишь на кожа, на конечи, и все. Я сейчас помню, сейчас спину. Куда пошла-то? Я ресницы помажу. Ресницы помажу. Что, так некрасивая, что ли? И так, вот так. А что не мажешь свои ресницы? Я все помазала вот так. Ну-ка, давай посмотрим. Синяя, да, синяя на коже. Я помазала все. Стой, да куда пошла-то? Я же еще не посмотрела. Давай посмотрим. Стой на месте. Стоишь? Никого. Стой на месте, говорю. Давай ресницы посмотрим. Слышь, Мандося, давай ресницы посмотрим. Здесь где-то 20
26-27 лет. А это Диана нарисовала меня. Но почему ты такая толстая, хотя я была худенькая. Мы иногда приезжали в деревню. Диана тут помогала по хозяйству. Это, как всегда, в Ибражуле. Это наш парк, который находится в черте города. Это так, наши прогулки по городу. Это у нас Янком. Яна такая маленькая. Ну, Диана тоже здесь небольшая. Это Таня, беременная Соней. Вот. А это я. Вот такая вот я была худая. Одни кости и пупок. Тут мы прокололи уши. И вот этот день как раз мы возвращались домой с проколотыми ушами. Ну, это без комментариев. Здесь на какой-то утренник я шила Диане костюм поваренка. Естественно, мы пофоткались. Это первый раз, когда Диана встала на коньки. И причем она встала и поехала. А тут у нас в садике выключили свет, и мне пришлось взять ее на работу с собой. И я ее прятала от начальства. Пришлось переодеть ее в костюм медицинский. И вот она находилась со мной на работе. Тут вот все маленькие. Соня, Яна, Диана, папа. Ну, это они с бабой Людой сидят, книжки читают. Конец, что ли? Он так рано ушел на войну, так как я, он военные годы побывать и пришлось и в плену, и пройти через огонь и воду. У меня все еще впереди, и свой путь выбирать мне надо, и хочу я его пройти. Как по жизни прошел мой прадед, прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну, от Волги до самого Берлина. Прадедушка, прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, прадедушка, он жизнь рисковал, чтоб опять запели небе птицы, и стало небо голубым, и свет не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. Ла-л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 а. Прадедушка, прадедушка, он жизнь рисковал, чтоб опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и свет не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться, и чтобы мне на белый свет родиться. Thank you.
здесь я решила сопоставить нас с Дианой. Как-то мы совсем не похожи. Это выпускной в садике. Вновь знакомые лица. Вот моя принцесса. А это уже первый класс. Ну, это я. Трам-пам-пам. Для Вани. А подойдите поближе. Подойди поближе, Ваня. Вань, подойди к Диане поближе. Она петь будет тебе. Пусть она поет. Послушай. Ты ее. Ваня такой. Глаза кровью. И там утро наш секретный.
А это мы готовимся к операции. Сейчас на свет появятся Милана и Вероника. Потом мы поехали в Соль-Илецк. Не с гастролями. Просто отдохнуть. Просто идем. Просто Красная площадь стоит. Красиво, конечно. Сделай так, чтобы я полностью срезала. Не без стука какао. Не без пошли.
Мавзолей Ленина. Здравствуйте, вас приветствует МИАС Экран ТВ. Расскажите о своем впечатлении о Москве. Говорите в микрофон. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Диана, ну расскажи. Здрасте, у нас все хорошо. Да, говорите в микрофон. У нас все хорошо, у нас все отлично. А, вот такая вот у нас площадь. Вы скажите свои впечатления о Москве. Что вы думаете о пребывании в этом городе, Москва-Сити? Ну, тут красиво. Ну, тут красиво. На Красной площади красиво. И вообще красиво. А так нет. Только на Красной площади красиво. Красиво. А так нет. Совсем нет? Нет. Вообще нет? Нет. Спасибо, до свидания. Ой, где же это вид и вода? Ой, где же это слышь и вода? Что без руки яичко украл, Голопузому за пазуху поклал. А слепой-то поглядывал, а глупой-то послушивал. А не мой караул кричал, а без ноги-то по улице бежал. Не всю Москву мы посмотрели, конечно, но были на Красной площади, гуляли по Новому Арбату, по Старому Арбату, ездили на ВДНХ, ходили в Москвариум, просто гуляли по городу. Но вот эту красоту я не могла не снять. Это, знаете, сразу как мультик вспоминается, наш советский. Карусель, карусель, это радость для нас. Прокатись на нашей карусели. Посетили знаменитую стену памяти Виктора Цоя. Брали экскурсию по городу, полностью нас катали 3 часа по Москве. Мы смотрели достопримечательности, на Мосфильм мы, конечно, не попали. Ну, были в Москвариуме, так просто погуляли по ВДНХ. И, в общем, до такой степени мы загуляли. Загулялись, что мы уже опаздывали на наш концерт. И в итоге опоздали на собственное награждение. Всегда.
24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.